нежная и яркая, элегантная и эффектная, обворожительная и сексуальная в платье от магазина Юнона. Юнона, ты всегда разная. Театральная 40 и Житомирская 16. Всем привет, меня зовут Сергей. Я представляю танцевальную студию West Side Dancers. И сегодня мы потанцуем с вами локинг. Поехали. Сегодня мы с вами будем учить движение под названием Скуби-Ду и Скубат. Чем они отличаются, чем они похожи, сейчас вам покажу, медленно объясню. Поехали. Первое движение. Мы делаем ап наверх, значит приседаем немножко. И ручки поднимаем от локтей. Раз. Пошла. И делаем прыжочек. Два. Ручку. Вперед, кулачок. И вот так, не так, не так. И вот так, ручку. Вперед. Еще раз. Локти поднимаем. И раз. И два. Далее. Прыгаем в серединку на правую ногу. Левая нога делает кик вперед. Три. Здесь. И перепрыгиваем от локтей. Локти поднимаем. И раз. Пошла. И прыжочек. Два. Кулак. Далее. Кик. Три. И четыре. Еще раз. Пять. Шесть. Семь. И локти. Раз. Шва. И два. Три. И скубат. Делаем твист. Ручку. Вот здесь на пяточку. Раз. И два. Здесь следите, чтобы нога была выворотна. Чтобы вот так вот ее снимать. И три. И задний поток. Пол, таз выводим вперед. Еще раз. Пять. Шесть. Семь. И раз. И два. И три. И хо. Но если у вас и получилось, тогда мы пробуем делать это все под музыку. В быстром темпе. Готовы? Поехали. Надеюсь, у вас у всех все получилось, у них получилось, у меня почти. До встречи, всем пока.